Спокойнее. Ну вот, с возвращением. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Вверх. Вот так. Вниз. Пока все хорошо. Вставай. Ну, ты в проекте образец 17. Для начала тебе понадобится вот это. Ну вот. Тест, раз, два, три, привет, бонжур. Сабон, работает? Ну что, прогуляемся? Выходит, исследование памяти тебе не в новинку. Странно, что опыта мало. У тебя талант. Потоки данных стабильные. Надеюсь, что мы найдем предка из феодальной Японии. Солидно, да? Этому зданию всего полгода, но Abstergo Entertainment работает уже несколько лет. С 2010-го. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией Animus. Это было только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. Только пассивный режим, конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Карибские пираты. Работа для тебя. Надо подождать. Bonjour. C'est absolument hors de question. Спасибо, Нэнси. Bonne journée. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Давай, включай. Он классный. Очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. В чем дело? Знаю, знаю. Просто, похоже, я слишком... Видишь мигающий сигнал? И есть контакт с лифтом. Только после вас. Нам в студию проекта образец 17. Второй этаж. Ну что? Вперед! О, это наш босс, Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салют, Леони. Ça va bien? Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен, Коннор. Эдвард, пират. Эй, йо-хо-хо! Очень интересно. Добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя? Да, только устрою человека. Минут пять. C'est bon. Рад знакомству. Итак, этаж проекта образец. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмонда Майлза. Берем самое интересное из его ДНК.
И я очень надеюсь, когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник, чинит кое-что для тебя. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А вот и он, твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное. Если нужны подсказки, в анимус загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже на абордаж. Thank you.